Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой пришли опять с нашей радостью. Сегодня Максимке пришла посылка от Катюшки Путяковой. Дело в том, что она не так давно делала заказ на сайте «Лабиринт» и заказала ему маленький подарок. Когда она в своем обзоре показывала его и сказала, что эти... Ну, мы сейчас покажем, что... Это для ее маленького друга. Максимка сразу понял, что это ему. Ну что, Максим, покажем, что же такое прислала тебе Катюшка. Да. Да. Буду показывать я, он будет комментировать. Что это, Максим? Ластики. Это ластики. Вот такой набор ластиков. Ластики пазл. Их, эти ластики можно переставлять. К примеру, крышечку можно поставить на другое место, на сковородку. Да, посмотрите, он даже открывать пока не смеет. Говорит, мне жалко, сначала нужно показать в ролике. А так он уже прямо, говорит, не терпится открыть и попробовать вот эти вот крышки менять местами. И вот так вот смотрятся вилочки, ложечки, ножи. Но это действительно, это просто бомба-подарок, если можно так сказать. Катюш, реально огромное тебе спасибо от меня, от Максимки. Такого мы еще не видели. Это действительно замечательный набор и интересные ластики. Да? Угу. Максимка прям плясал вместе с этими ластиками. И сейчас приплясывает рядышком. Ну, давайте покажем, что же было еще. Ластик был еще вот такой интересный. Что это? Ластик-машинка. Да, вот такая она прям как настоящая. Даже сразу не догадаешься. Причем недавно я ему покупала ластики-машинку. Ну, в каком цвете? В зеленом-красном. Да, к нам приехала теперь желтая. Так что коллекция наша вообще полной становится. Ага. Вот такая красавица приехала к нам от Катюшки. Макс пальцем показывает, что следующее показывать. И это? Блокнот Кот Саймона. Да, это блокнот Кот Саймона. Жалко, что я не могу показать кривляние Максимки. Но на самом деле, если вы не смотрели мультик «Кот Саймона», а у вас есть дома кошки, то рекомендую посмотреть очень прикольный мультфильм. Там очень хорошо показаны повадки котов, насколько они прикольные и смешные. Ну, говори. Это смешные моменты мультика нарисованы. Да, это самые смешные моменты мультика показаны тут. Вот такой смешной кот. Многие знают, что у нас есть Степа. Сейчас бы он на голову нам не упал. У нас по кухне, по ящикам, по верхним. Сейчас лазит по антресолям. Хулиганит. Вот такой вот блокнот. Спасибо, Катюш. Ну, реально интересный. Вот такой блокнот он в клеточку. Блокноты мы любим. Мы канцелярские маньяки. Не только я, но и мой ребенок. Ну, чего ты хочешь сказать? Он прям... Очень классный, очень красиво оформлен. Даже нету слов, какая красота. Вот, как ему понравилось. Ну, и были сладости. Вот с этого начнем. Это что, Максим? Бон-пари. Ага. Такие жевательные конфеты, то есть мармеладки, разной формы. Разной формы, разных вкусов. Говорит, мам, давай быстрее снимать, есть уже их надо. Пора уже дегустировать. Ну и вот такие вот три штуки. Чупа-чупс, ты говоришь слух. Вот такие три чупа-чупса ам-няма. Вот, ам-нямы. Ам-нямы все разные, вкусы у чупа-чупсов все разные. Вот такие вот карамель на палочке. Для него это все очень важно. Каждый фантик он потом бережет и прячет. Ну, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, есть такой мультик «Приключения ам-няма». Так и называется. Вот. Еще это любимые конфетки ам-няма. Да? Ага. Ну, вот. Так что наш Макс тоже теперь ам-ням и будет дегустировать любимые конфеты этого героя. Ам-няма. Ну и что вы думаете? Катюшка про меня не забыла. Катюш, спасибо тебе огромное. Многие знают, что я мыльный любитель, мыльный коллекционер. Я раньше думала, у меня все-таки запасы мыла или это коллекция? Нет, у меня коллекция. Потому что запасы это то, что обычно тратится и достаточно быстро. А коллекция это то, что собирается и очень жалко отдавать. Ну, не буду томить. Вы посмотрите, что ко мне приехало. Катюшка мне прислала вот такой сюрприз-сувенир.
бразильская манго. Пахнет действительно манго. Очень вкусно. Вот такой прям красивые разводы, прям такие замечательные намыли. Да, двухцветный. Максимка мне подсказывает. Вот половина красного, половина желтого и такие красивые очень разводы. Вот ты крем. Да, как хоть ешь. И запах такой, ой, что прям его съесть хочется, а не мылиться. Вот такой вот был у нас интересный сюрприз от Катюшки. Спасибо тебе, Катюша, огромное. Ну, конечно, покорила ты нас вот этими ластиками. Мы уже даже зарегистрировались на этом сайте «Лабиринт», уже сделали свой первый заказ. Макс, правда, не знает, что я заказала. Это будет сюрприз для него, очень ждет. Говорит, мама, давай быстрее отслеживай, когда же приедет, что мы заказали. Спасибо тебе, Катюш, огромное за этот сюрприз, за эти подарки. Мы действительно очень рады и нам очень-очень приятно. Да, Максим? Ага. Да, спасибо. Спасибо. Прямо самые красивые тут. Это кот Саймона, пластик пазл и амы-ямы эти. Ну, у тебя осталось только бон-пари и машинка. Да, ну это тоже очень классно. Даже все самое классное. Угу. Ну что, забирай. Хорошо, спасибо. С чего начнешь-то? Не знаю, даже жалко выбрать. Не знаю, зеленого амы-яма. Ну ладно, забирай. Ага, а цвет его. Максимка открыл свои ластики, просит, чтобы я ему сняла их. Ну, давай, доставай, показывай. Хорошо. Вот такие вот две кастрюльки. Классненькие. Ой, такая прелесть. Еще смотрите. Нужно вот так вот... А, нет. Стоп. Снимается крышечка? Снимается. А, снимается. Ой, умещается. Ну, закрывай, закрывай, показывай остальные. Ага, вот. Разбирается. О, можно, я знаю как. Можно варить. Ага. Вот так вот можно делать. Ну, остальные-то покажи. Мне уж самой не терпится. Так. Что у тебя там дальше-то? А, хорошо. Он уже разбирает пазлы свои. Так, и так. Вот такие вот. А вилки? Чашечками. Вот мне интересно, вилочки, ложечки, это тоже все ластики или там пластмасса? Ластики. Даже вот сами вот эти беленькие ластики. Ага. Так, посмотрим. Ой, такое чудо. Смотрите. Ну, сейчас будем жарить яичницу. Смотри, не сломай. Ага. Ой, какая прелесть. Можно иди. А, вот. Я готова. Все, сварил. Угу. Вон как много сразу. Ага. И вот очень... такое вот чудо. Ну, такая прелесть. В наше бы время такое. Ну, давай вторую жарь. У тебя вторая сковородка пустая. А, угу. Так, сосисочки с огурчиками. Угу. Будут. Там вам не огурчик, а вам зелень. Наверное. Какое-то необычное что-то. Ну-ка, покажи, что там. Вот. Угу. Красота. Ага. Да, здорово. Даже у меня руки чешутся поиграть. У меня тоже. Ну, так у тебя они, ты их чешешь. Ты-то играешь. В общем, вот такое вот чудо ластиковое. Ну ладно, не будем тебе мешать, играй. Угу. Сейчас он свои пирожные еще доставит, да? Как у тебя Катюшка-то присылала, помнишь, Меченкова? Вот, доставай, у тебя будет прям целый тут ужин с обедом.